Конклюю. Давайте понемножку, помаленьку. Игорь, я не понял, ты только со мной Нас посетили гости с Латвии. Я немножко сделаю снимок, так, а то я вдруг вспомнил. Да. Придется, блин, расчесываться. Как, ничего, хоть выглядит? Супер, вот человек любит объектив. Да. Объектив любит. Мы да. Снимаем фаршированную щуку, вдруг так, хоп! А вот я. Да, прикрылся. Это был не я. Это нормально, нормально. Это фотогеничный. Да ладно, блин. Да, мы их долго ждали. Это был не сюрприз в этот раз. Не сюрприз. Это был запланированный приезд. Молодцы, вот так вот сидим уже. Вот. Я поздно вспомнил о камере, поэтому вы видите только объедки, да. И вот главный участник. Посмотри сюда. Главный носик. А мне пахнет, пахнет, да? Ты глянь, такая, носера такая. Всем доброго утра. Вот наш катер, наш гид Петер Галани, Эдмундс и Герман. Вот состав, вот наши скромные ведерца. По сравнению, конечно, с этим ведерком. Сейчас мы посмотрим ведерко Петера. У Петера ведерко хорошее. Ну да. Я Алла. Вот такой вот ведерце. Ну, скромненько, да, так да, вот но видно рабочие все. Трошки для цепи, да? Да, мотор, конечно, солидный. 225 лошадок у нас. V6, да, наверное? Да, V6 написано. Кепка зачетная. Почему? Ну, это были почему? Эти... Прямая трансляция, да, вот ведется трансляция. Да, прямая трансляция. И это не Рига, это не Латвия, это даже не Швеция, это Аландские острова. Аландские острова, автономный округ. Да. А вообще кепка, она зачетная, это да. Израильские вооруженные силы. Да, да. Неплохо, да. Неплохо. Ну, да. Завербовали. Уточек ничего не так нет. Клюет! Оп, подсекай! И пошла. Вот пальцы пошла. Оп. Потом обрыв. Раз. И опа, ее на лед выкинул. Ты красавчик. Окунь полкилограмма. Все, можно возвращаться, уха есть. А вы пить меньше пробовали? Нет, ну, вот так вот мы развлекаемся. Есть поклевка, сегодня. Да. Есть поклевка, да. Очередная поклевка. Похоже, парень претендует на желтую майку рубашку лидера, да. Заслуженно. А у нас есть. А вы не видели наши майки? Видели. Опа, ох, смотри, как она. Ох. А что вообще задержание спиннинга? Я не понял. Что это такое? Слай? Это вот. Смотри, наше. Болит плечо. Все понятно, все, ну можно ускорить. Вот, хорошо, все. Ускоряем. Мы хотим еще рыбу ловить. А-а-а. Может, пробовал фрикцион зажать? Не. Раз. Сейчас не спеши. Ах,
Верочка тянет рыбу. Стандартный вазон. Вот такой хороший. И свои. И одна, о, да? Нет, хорошая. Да. От одна, да. От одна, видишь, тину подхватила, я уже... Да, да. Это одна или от одна? От одна. Гера? Так, ну вот, смотрите, вот на этого счастливого человечка. Мастер фишинг. Таки да. Таки да. Ну, уже вы какую щуку уже поймал сегодня? Уже? Давай, я достану. Давай, подводи. Хорошо. Подводи сюда. Красавица. Подводи сюда. Супер-бупер. Ой, красивая она, чистенькая, она не побилась. Шикарненько. Так, что тебе, фотографировать еще опять, да? Конечно. Сейчас, подожди, видео. Вот. Так, Руслан тянет. Смотри. Я достану. Прям? Окей, практически подводкой взял, а? Хорошая. Хорошая, да. Я. Оставьте мне ее, оставьте мне ее. Да, спасибо. If you need help, tell me. Hello. Just take the leader, otherwise you don't. I have often told you stories. Я могу хоть свою рыбу взять рукой? Ну да. Так, подожди. Красотень. Давай, давай немножко отсутствуй. And the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. Guess I'll always be a soldier of делать фотографии. Куда нажать? Ой, умора здесь такое. Голова, чтоб была, голова! Вот, это то, что я не поймал. Это мой не улов. Это мой не улов, вот. В принципе, главный у нас мастер Йода. Да, молодчинка. Он просто, кстати, сегодня и представляется. Сделал за устранение угля. Да, как говорится. Не у кого одного много. Ну, смотри, какая красота. И как филейка классная получилась, а? Супер-пупер. После утреннего выхода в море мы приходим домой, к нашему удивлению, нас чего-то. И... Сбили с мысли. Не сбился с мысли. Этот парень... Итак, это... Итак, это...
Может, она напилась водички еще? Дубль 18. А может еще привязать, наверное. Малыш, он воспитывает силу воли. Мне это Ералаш напомнили, когда Сникерс положил. И он его не кушал, смотрел. То же самое. Мы его немножко тут наказываем, держим. Он очень хотел кушать. Но мы дали ему маленьких пиздюлей и сказали не притрагиваться. Ну, морально, морально. О, вот так вот. А почему? Это все было отступление. Этот парень сегодня, он просто показал, как нужно ловить рыбу. Он пришел и сделал это. Он просто с одного... Во-первых, там стояло 6 лодок вокруг нас. И все лодки ловили в неимоверном количестве. Все таскали, мы видели это, но так как ловил вот этот вот парень, не ловил никто. Он нашел нужную блесну, причем, ну, позорную, конечно, железяку, с которой мы начинали, и все, мы как бы люди воблеров. Ты знаешь, сколько это стоит, эта железяка? Это не важно, опять сколько стоит, это не важно. Он молодец, и... Он до такой степени молодец, что мы ему вручаем желтую майку даже среди белого дня, несмотря на то, что у нас сегодня еще будет шанс, но я не думаю, что кто-то переловит, и даже если переловит, он таки ее заслужил, ты с этой минуты ее носишь. Майка в студию. Витас, переходящая майка. Майка. Пам-п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 ам. А что делать? А ну надевай. Это было на самом деле круто. Я скажу больше, он даже когда ловил, все ловили окуней, а он принципиально, но он был уже с сычуками, он одел, как называется эта фигня? Вип. И даже там он словил, все ловили окуней, он и там даже словил щуку на вип. Ну, крутой, поверни спиной. Он самый крутой на сегодняшний день. Молодец! Итак... Легкая рыбалочка, маленькие окушки или щучки. Это у нас будет супендер. Вот. Мы взяли вот такую штуку. Называется электрическая фаршеделка. Короче. Ну, окушков 6 штучек взяли. Вот. Ну, на самом деле окушки нормальные. Передай привет. Это у нас щучьи котлетки. Вот такие, смотрите. Раз и два. Просто куча котлет. Это с двух щук, если что, ребят. Еще у меня тут ушица. У меня готовится бульончик. Ну, я скажу, что... Ну, блин. Это красота, ребята. Это так вкусно. Я сейчас съел котлетку одну. Ой, сейчас буду есть еще одну. Майку лидера мы не просто так вручаем людям, а именно тем людям, которые умеют ловить. Вот вечерний выход. Ну что, трешка в ней точно есть. Сегодня чемпион Руслан. Вторую тащит уже. Вау, это красивая. Это хорошая. Ну, силикон. Он втихаря силикон бросает вместо железок. Свеча.
сама отцепилась. Хотя была побольше, чем моя первая. Да, все. Ну, молодец. Супер. Молодец. Разловил таки. Интересно. Ну, красивая. Вау. Ух, на какой силикон! Так это круто! Софадеры! Силикон красивый. Очень красивый. Офигеть! Вот тюлик. Мы отпускаем на ней еще. Молоко на губах не обсохло, да, у него. Я, вот такая приманка. Это тоже, по-моему, шторм. Красиво отпускай. Спасибо, спасибо. До свидания. Да. Сейчас. Я представляю, что она о нас подумала. Но... она подумала, что мы молодцы. Ну что, за рыбалку? Рыбалку. Что, прям с горла? А откуда? Вот это наши, как говорится, холодные друзья с холодной стороны. Так они горячее всех самых горячих. Красота идет. Где? Вокруг. А что ты туда все время смотришь? На путь. Молодец, у тебя там карты. Я повторяю, как ты. Хочешь туда, я не туда. Тихо, все. Ну, да, сегодня мы просто как будто лето. Вот и лето пришло. Словно и не бывало. Ну что, я там все можно сделать. Что, брат?
Вот они, настоящие друзья. Они не евреи, но они нас любят. И вот так они нас встречают с рыбалки. Мы только приехали. Это наш латышско-еврейский дом. Ага, ага, это пьяненькие еврейские эти танцоры. Это Маруся, кстати. Вот, вот наш домик. Мы только-только вернулись с лодки. Ой, как нам хорошо, а? Я не знаю, для кого. Вот так пацаны отдыхают на ландах. А вы думали, мы просто кушаем? Мы еще спортом занимаемся, да? Эй, а где танцы? Да здесь, все нормально. Ног-то все равно не видно. Сейчас мы припев будем петь. Класс. Хорошая встреча. Весной. И раз, два. Седая ночь, и только ей доверяю я. И ребятки, я вас так люблю. Как? Покажи как. Очень сильно. Как? Вы мои хорошие, классные еврейские друзья. Я вас обожаю. Ребята, а давай за нашу страну выпьем. Давай. За вашу страну? Да. Я с бутылки, пью. Да, с горла полную. Не-не-не. Ну так. Ребятки, за день сегодня, кстати, да. День независимости Израиля. Ура! Супер! Спасибо всем! Три раза! Ура! 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 Сейчас я спрошу у друзей, вот что они тут отмечают. Сейчас мы услышим их ответ. А что мы отмечаем сегодня? А какой страны? Ура! 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 Какой страны? Ура! 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 And we're down, we go, 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 I'm as calm as we all go down. Yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, God save me, run you down, down to the dark. Yeah, Sunday. See you.
вот и наши друзья. А можно на нашу сторону? Рекорд? Ну, красиво, красиво. Супер. Peace.